И для меня это было тоже большой школой, целой эпохой, когда я выступала бизнес-тренером, проводила тренинги по основам предпринимательства. Я со своей коллегой, соратником, сестрой Шариповой Санавбар, мы вместе прошли очень интенсивный 6-месячный курс обучения в немецком центре развития Луза Консалт в Ташкенте, это был 96 год, по основам предпринимательства, и мы были первыми сертифицированными бизнес-консультантами и бизнес-тренерами Республики Таджикистан.